уже в аэропорту, сегодня 21 число, 21 октября, всем алоха, я вылетаю в Хьюстон, ночной рейс, надеюсь, все пройдет отлично, все, идем на посадку. Странно мы сидим. Пусть самолет летит туда, а я сижу, смотрю назад. В хвост самолета. Вот. Кабина вот там находится. Интересно. Хьюстон. Мы почти дома. Только приземлился в Хьюстоне, смотрю, здесь очень много людей каких-то странных. Как бы работники аэропорта, они говорят, что вот сегодня утром открыли этот терминал в аэропорту Хьюстона. И мы первый самолет, который сюда прилетел. Все, ну, прямо пахнет вот свежей краской. Так что, какой это терминал? Терминал D. Я знаю, этот аэропорт, он огромный. Так что мне нужно gate C. Так что, да, вот тут люди стоят, здесь люди стоят. Видимо, какая-то будет презентация всего этого. Да? Доброе утро всем. На завтрак. Может, брискет взять? Кстати, забыл прокомментировать. Я вчера снял, на камеру заснял этот счет. То есть я взял пиццу Маргариту малюсенькую, бокал вина. Ровно $39. Я немножко в шоке. Это... Да. Вот я понимаю, в японских странах там нет такой наценки. Вот в Сингапуре, в Сеуле, в Японии. Может быть, $1-2, но не 500%. Это кошмар. Я прилетел. Летели 48 минут. Идем получать багаж. Так, я взял машину в аренду на 10 дней. Audi Q5. 24 года. Ну, тут классная музыка. Бенни Олуфсон. Не видно. Ладно, Quattro. С панорамной крышей. Ну что, поедем в Новый Орлеан, потом едем в Миссисипи. Let's go! Я выехал из Нового Орлеана, уже полчаса проехал. До города в Миссисипи осталось 57 минут. Тут очень тепло, градусов 27, наверное. Пока все нормально. Устал, конечно, страшно, но ничего. Я сегодня остановлюсь в гостинице, потому что дом еще не готов. Его там должны убрать, а завтра уже заеду. И посмотрю на него. Да, типичная для центральной части Америки. Эти хайвеи по две линии. В одну, две линии. В противоположную сторону. Вот. Пока все норм. Если будет что-то интересное в пути, обязательно сниму. Я сейчас покажу, как переезжают из одного штата в другой. Вот такие вывески делают у каждого
каждого штата своя вывеска. Вот. Сейчас я выезжаю в штат Луизиана, въезжаю в штат Миссисипи. Вот написано. Там было написано... Миссисипи — это место, где родилась американская музыка. Потому что из Миссисипи пошел джаз. Здесь родился Элвис Пресли. В Новом Орлеане очень много джазовых исполнителей. Блюз, как стиль, он в основном в Чикаго. Но отсюда он тоже пошел. Вот. Но очень много разных. Если вам нравится именно блюз как направление музыки, то это вот это Чикаго. Там очень, там есть что послушать. Так. Да, кстати, да, средняя скорость здесь. А, опа, ничего себе. Это что такое? НАСА какой-то центр. Интересно. Средняя скорость здесь 70 миль в час, это получается 135, где-то так, 130 километров в час, что достаточно много для Америки. У нас, по крайней мере, у нас на Гавайях 50, в Калифорнии в среднем 65, здесь 70. Ну, уже едешь прямо, дороги нормальные, да, лучше, чем на Гавайях, скажем так. Я приехал почти. Осталось 5 минут до гостиницы. Ехал где-то 1:10 из Нового Орлеана. Вот, кстати, уже виднеется Мексиканский залив. Да, тут я уже посчитал где-то 10 казино уже увидел. Песок такой белый. Вон. Он как снег. Смотри, вот это большая гостиница. Казино. MGM. Это сеть, которая в Лас-Вегасе находится. Ладно, ладно, вижу. Сразу за MGM гостиницей всеми известная Hard Rock. Вот здесь, я думаю, весело. Надо было здесь остановиться на ночь. Ну тут, в принципе, проехать что-то. Совсем чуть-чуть. Прикольно. Да, весело. Кстати, очень много этих. Можно на рыбалку ходить, на тунец, на самов, ловить креветок, которые вот водятся в морской воде. В общем, вот я так читал. Я на рыбалку я здесь не ходил. И думаю, здесь очень много будет ресторанов, рыбных ресторанов. А, да, вот, а я еду вот в те гостиницы. Да, такие пляжи приятные. Я сделаю обзор, кстати, пляжей, сравню пляжи Миссисипи, пляжи на Гавайи. Только вода какая-то, она мутная очень. Но сами пляжи нормально, даже пальмы есть. Тут какой-то парк развлечений стоит рядом. Вот, еще одна гостиница Маргарита Вилл. А вот мне сюда. Golden Nugget. Золотой Nugget. Это типа камушек, золотой камушек. Давайте посмотрим. Опа.
сейчас Hotel Check-in. Едем. Что тут интересно с парковкой? Ну, мне придется самому парковать. Ну ладно. Сюда пока встану. Приехали. Только зашел. 12 этаж. Такая комната. Кстати, стоит $62. Может, что сегодня вторник. Вот. Зеркало, диван. А, вид. А, вот, кстати. Тут есть. Что тут есть? Вот этот парк, который я проезжал. Я вот оттуда ехал. Вот, пляжи. Миссисипи. Вот такое Миссисипи. Плоская. Парковка внизу. Так. Кровать большая. Мне только на ночь переночевать. Так что все ок. А где туалет? Не туалет. А, вот этот туалет. Да? Дорого, богато. О, нет, кстати. Бомба. Да сойдет. $62. Я доволен. Я пошел спать. Всем привет. 26 число. Я сюда прилетел 22-го. Дом был не готов, как я думал. Сейчас он более-менее готов. Но это вот наша улица. Вот наш участок. В понедельник мусор забирают. Перед участком, да? Дом. 3 спальни, 2 туалета, 120-130 квадратных метров. Забор, почтовый ящик, улица. Трамп. 2024. Так. Фу. Идем дальше. Кстати, здесь офигенная погода. На улице 25 градусов. Также я купил велики. Этот самый. Настольный теннис, чтобы играть. Для детей. Холодильник мне друг отдал. На всякий случай. Кстати, здесь очень часто покупает второй холодильник. Ну, там для пиваса, чтобы не ходить в дом. Так, идем сюда. Это я поливаю гараж. Тьфу. Сад. Траву, короче, которая умерла. Так. Заходим. Что, дверь закрыл? Ё-моё. Так, идем через гараж тогда. Так, а, город. Город называется Ocean Springs. Это океанические источники. Вот, потому что раньше здесь были источники. Вот. Так, здесь у нас котел для горячей воды. Электрический. Главное, ну, дверь из гаража, да? Заходим, разуваемся. Так. Это типа хранить вот такое, да? Ну, обувь, наверное, оставлять здесь. Так, что тут? Крупы. Не знаю, что тут здесь такое есть. Так, и сразу стиральная сушильная машинка. Это для веток, листьев, да? Заходим. Здесь вот такой вот огроменный холодильник. Это холодильник, это морозильник. Очень большой. Ящики везде. Ага. Так. А, вот еще такая классная вещь. Тут, короче, пылесос. Вот так вот можно подместить что-то, да? Вот так вот ногой нажать. И он засасывает. Вот такая вещь. Сама кухня. Вот так. Чтобы суп, ну, чтобы кастрюлю, да? Воду. Так, идем дальше. Вид из окна.
Так, у меня, кажется, румба застряла. Секунду. Так, стиральная машина. Стиральная? Боже, посудомоечная машина. Я очень устал. Это перемена времени. Что у нас здесь? Ага. Это, наверное, для губок. Понял. Стол большой на 8 человек. Это я стираю ковер. Диван. Так. Кресло. Камин. Вот так вот выглядит потолок. Это какая-то картина. Это управлять кондиционером и отоплением. Где он находится? Он находится вот здесь. Хопа. Хопа. Вот. Ванна для гостей. Так. Вот такая ванна. Так. Так. Хопа. Ванна для гостей. Все таки в серых-белых тонах, кстати. Входим из ванны для гостей. Комната дочки. Так. Это ползает, это румба. Двухъярусная кровать. Шкаф ее. Так. Так. Ага. Привет. Вторая спальня. Это для полотенец, да? Ага, для полотенец. Вот. Вторая спальня. Так. Это то, что я привез с Гавайев. Телек стоит. Ага. Это типа надо. Здесь можно работать, шкафа нет. Ага. Так. Это вот я оттуда пришел. Опа. Ага. Кто это? Напишите в комментариях. Еще, кстати, заметил, тут такая дверь, она разделена. Это называется Dutch Door. Датская дверь. Короче, ее можно напополам открывать. Зачем? Я понятия не имею. Так, ой, сейчас я закрою. Идем дальше. Главная спальня. А это, кстати, наша собака. Вот. Здесь кофе-бар. Микроволновка. Так, зеркало, кровать. Я не очень убирался, сорян. Так, это типа шкаф один. Вот. Ванная. Вот такая ванная. Небольшой ремонтик. Душ. Прикольно. Вот оттуда вода льется вниз. Вот. Здесь можно посидеть. Помыться, если устал. Ванная. Унитаз. И вот так вот он закрывается. Это что это такое? Подушки. Шкаф для вещей. Так, унитаз. Идем, выходим. Вот этот весь дом. Вот кухня, совмещенная с гостиной. Входная дверь. Вот. Фишка этого дома, то, что у нас соседей нет там и вот там. И у нас вот такой бассейн. Да, бассейничек. Вот такая здесь природа. Что-то напоминает Питер? Нет? Ленинградская область не напоминает? У меня там бабушка живет в Приозерске. А двоюродная сестра в Питере. Так, валяться, загорать, стол. Опять же, немножко ремонтик. Холодильник, чтобы не бегать. Домой. Так, мяско пожарил. Прохладительные напитки. И прыгаешь сюда. Надо почистить бассейн. А, и что это такое? Еще одно строение. А это типа что это? Сауна, что ли? А, это не сауна. Какие-то игрушки тут лежат. А, все, понял. Ага. Игрушки, кондиционер, кровать надувная. Ага. Спасибо. Все.
Вот такой вот обзор дома в Ocean Springs, штат Миссисипи. О, сюда еще надо повесить телевизор. Кстати, сам кондиционер, да? Давайте посмотрим. Значит, вот это вот кондиционер отопления, это отопление для бассейна, насос для бассейна, фильтр для бассейна, управление бассейном. Так. Забор. И вот вид оттуда. Тихо. Только вот это немножко работает. Вот здесь тихо. Все. Я сейчас поеду в город. Сегодня парад. И там... Короче, сейчас все покажу. Будет интересно. Я выехал из дома. Еду в... Ну как? Даунтаун. Тут все даунтаун. Ну, короче, в центр города. Ехать минут 15. Вот такая здесь местность живописная. У всех, естественно, земли очень много. Потому что Миссисипи. И земля здесь дешевая. Вот. Вот такие дома здесь. Вот с такими вот очень высокими крышами. Потому что здесь летом жарко. А, кстати, здесь комары. Вот. Меня искусали уже. Минус Миссисипи. Здесь комары. Букашки какие-то, мошки. Ну, не сколько мошки, а вот комары. Я знаю, что во Флориде очень много. Но здесь и влажность. Еще здесь есть аллигаторы. Вот. Но я их не видел. Если увижу, вы тоже увидите. Так. Дороги. Качество обалденно. Если кому интересно. Все тут за Трампа. Только и говорят, что чтобы Трамп выиграл. Ну, это и понятно. Республиканский штат. Вот. Ну, такая местность. Ну, как-то тут... Да, тут не холмисто. Но мне нравится. Вот так это выглядит. Поворачиваем налево. Я говорил, что Миссисипи это штат называют там, где родилась американская музыка. Но в основном это относится к Элвису Пресли. И сюда... Полицейский. Хопа, тихо. И Элвис Пресли сюда приезжал отдыхать. Сюда вообще летом, ну, насколько я, сколько мне сказали вот соседи, такой достаточно туристический город, потому что рядом вот казино много находится, тут пляжи есть. Кстати, я тут сниму пляжи, мы обзор сделаем, сравним пляжи Миссисипи на Гавайях. Так вот, еще мне сказали, что здесь есть дом Аль Капона, где он раньше жил. Вот я сейчас буду мимо него проезжать, специально так поехал, и я обязательно вам покажу. Кому он сейчас принадлежит? Кажется, никому не принадлежит. Его, естественно, отремонтировали. Там семья каких-то фармацевтов жила. Ну, опять же, этот риэлтор нам рассказывал про это. Кстати, я говорил, да, что риэлтор из Севастополя. Вот. Зовут Маша. Так. Что еще? В общем, ну как я приеду, да. Но если что-то будет интересно, буду показывать обязательно. Блин, я чуть не проехал. Вот дом Аль Капоне. Тут вот вода. Вот он, посмотрите. Вот такой. Так, въезд. Да. Впечатляет. Беленький. Куда я еду? У нас сегодня будет такой парад. Значит, девушки, женщины, дамы, они одеваются как... Блин, как по-русски будет? Так, дайте мне подумать. Помог Google переводчик. Они одеваются как ведьмы и наряжают свои велосипеды как метла. То есть как бы ведьмы на метлах. И вот на последние выходные перед Хэллоуином они едут по центру города,
и там кидают конфеты, украшения, там, ну, в общем, Хэллоуин отмечают. Здесь очень любят Хэллоуин. Покажу вообще, как это все происходит. Началось это все мероприятие полчаса назад, надеюсь, я успею. Естественно, там я никак не оделся, просто в джинсах, в футболке. Но я думаю, многие люди будут одеты в разные костюмы. Наверное, P. Diddy будет очень популярный костюм в этом году. Так что посмотрим, как вот такая комьюнити отмечает. Кстати, записываться могут. Просто надо записаться заранее, кажется, в августе. То есть, ну, зарегистрироваться. И да, такое вот веселое мероприятие. Если мы здесь жили, я не знаю, если моя жена бы согласилась. Велики у нас есть. Вот, нарядить велосипеды. Как метлу. Короче, я думаю, вот сейчас, когда покажу, будет более понятно. Вот. А, кстати, завтра я уезжаю в Атланту. До Атланты ехать около 6 часов, потому что приезжает жена. Мы там переночуем, и в понедельник, завтра 27-е, и в понедельник мы вернемся сюда. Я, кстати, не помню, если я говорил, население здесь где-то 1015. Вот они загородили дорогу. И... А это музей. Вот так это все выглядит. Так, идем искать ведьм. Мне так нравится. Такой маленький городок, так мило. Хэллоуин. Можно что-то попить, взять, перекусить. Люди гуляют. Ой, очень нравится. Так, ищем.